Всем привет, ребята! С вами я, Коля, и представляете, я вчера, ребята, в интернете увидел объявление, что бабка Гренни, короче, набирает себе ремонтников, то есть тех людей, которые будут делать ее ремонт в ее доме. Но я, знаете, под чужим именем написал, что, типа, вот я такой профессиональный строитель. Бабка Гренни мне даже, представляете, заплатила денег уже за то, что, типа, наперед, чтобы я качественно делал работу. И сегодня мы с вами как раз-таки направляемся к ней домой, чтобы делать ремонт в доме монстра бабки Гренни. Посмотрим, что из этого получится, ребята. Если ты хочешь, чтобы тебе весь учебный год не задавали домашнего задания, ставили отличные оценки, то прямо сейчас ты должен поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. Я начинаю свой отсчет. 1. Скорее подписывайся на канал. 2. Нажимай лайк. 3. Нажимай на колокольчик. Если ты этого не сделаешь, то тогда тебе будут задавать больше всех домашнего задания. Ну и, конечно же, оценки у тебя будут не очень хорошие. А если ты все успел сделать за 3 секунды, то ты просто молодец. Ну а пока я бегу к ней домой, вы сейчас, ребята, обязательно-обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал и, конечно же, ребята, напишите в комментариях, вы в каком классе учитесь. Если вообще в школу ходите, то вдруг уже не учитесь в школе. Вот, ребята, обязательно-обязательно напишите об этом в комментариях. Так. Смотрите, ребята, бабка у двери стоит. Значит, ждет кого-то в гости. Так, надо... Сейчас он не поймет сначала, что к чему. О, бабка, привет! О, хулиган, здравствуй! Короче, знаешь что? Че? Пошли. Чего? Пошли. Давай. Да что, давай, я тебе сейчас кое-что скажу, давай. Чего? Секретную информацию скажу. Хочешь? Какую? Все, выходи. А... Все, мне сегодня некогда, я, короче, жду. Все, кого? Иди. Ремонтников, что ли? Иди, я тебе говорю, я сегодня жду. Ну, ремонтников, я знаю, бабка, ты ждешь Иннокентия? Откуда ты знаешь? Ну, бабка, я тебе сразу все карты готов раскрыть. Как Иннокентий, бабка? Это я. Смотри, мы с тобой договорились. Ты хулиган, я тебе говорю. Ну, 229... Если ты с утра напился, это еще ничего не значит. 229 алмазов ты вчера переводила Иннокентию наперед. А ты откуда знаешь, ты что, с ним знаком? Ну, потому что это мне ты перевела. За ремонт в твоем доме. В смысле тебе? Ну, я под чужим именем просто представился. Ну, чтобы забыть, вроде обалдел? Как взрослее, да. Ты обалдел, что ли? Я тебя спрашиваю, ты еще салага! Ну, я умею, бабка, делать ремонт, и честно. Да ты только умеешь разрушать, как ты умеешь делать, ты ничего не умеешь делать, я тебе говорю! Да нет, бабка, умею. Ты что, будешь со мной спорить? Бабка, ты мне скажи, где? Давай сделаем так. Как? Делаем так, короче. Слушаем бабушку и делаем так. Давай. Короче. Ага. Возвращаешь мои 228 алмазов и идешь нафиг. Уже не интересно, а тогда я просто пошел. А я нанимаю кого-нибудь. Все. Не, бабка, быстро. А, нет. Ну хорошо, я заберу твой дом. Нет, бабка, давай попробуем. Нет, я просто буду делать ремонт. Ты скажи, да где надо. Да ты бестолковый, я тебе говорю. Да ты посмотришь, какую я конфетку сделаю. Ладно, выделю тебе одну комнату, пошли. Давай. Пошли, я тебе сказала. Хорошо. Пошли, идем. Одну. Да. Если ты сделаешь какую-то фигню, ага. Вот тебе. Под какой я стиль делать, бабка? Под современный, под лофт. Все. Под лофт стиль. Ага, лофтовый лофт. Стиль. Угу. Бабка, да, у меня есть много времени. Мне слышал. Я, да ты чё, бабка, ну чё ты меня обижаешь вечно? Да ты же мелкий, ты же только пакостить умеешь. Пакостник. Не, ну бабка, ну ты-то мне поверила в мою красоту моих слов. Красоту? Да вот именно, что ты только красоту в словах можешь наводить. Я еще и на деле, бабка, сейчас покажу, ребята. Ой, давайте делать ремонт. Сейчас ты мы... на деле, это, нет, как там говорят, на словах мы Лев Толстой, а на деле, деле Лев ты фигня. Толстой. Нет, а да, на бабка, деле ты фигня. Бабка, мне так хочется сжечь твой дом, если честно, но на самом деле вот, я буду... Вот, я тебе говорила, я так и знала. Сейчас, если моя комната пострадает, я, короче, твой дом с лица земли сотру. Все. Бабка, да ничего не пострадает, я уже так, полы перекрыл. Так, в принципе, перекрыл. С тобой договоримся. Бабка, я уже перекрыл полы, так что все хорошо. Перекрыл, самое главное, да, чтоб ты их там не покрыл. Так, все, бабка, все нормально, сейчас все будет. Давай, так, я ребята, посмотрю, сейчас я такую посмотрю, красоту давай. В ее доме наделаем, что вы просто офигеете, если честно. Короче, так. Если мне не понравится, будешь переделывать. Да, бабка, без проблем, за дополнительную плату, конечно. Какую такую дополнительную плату, ты что, обалдел? Ну то как, есть ты, баб... то есть ты мне нагадишь, и еще я буду за это платить? Ну сейчас. Почему, бабка, тебе очень понравилось, на самом деле. По-папа-тому, я тебе говорю. Я думаю, что вот такой цвет этих будет нормальный, стеночек. Так. Давай. Бабка, а эта комната для кого будет? Мне, чтоб понимать. Какое твое дело, я тебе говорю? Не, ну просто если тебе, я потом бы тебе... Топ этой комнате, это не мне, я тебе сразу говорю, посветлее. Тогда посветлее, все, бабка, хорошо, она будет магическая. Цвета мага. Там будет жить кое-кто. Ну, я. Нет, это будешь не ты. Ну, тогда я. Так. Я тебе говорю, не ты! А, я? Бабка, офигеть, я тут буду жить? Ничего себе. Ну хорошо, сейчас, когда ты будешь у меня в лесу жить, как без дома, когда останешься бездомным.
Тогда ладно, в лесу. Мне тут осталось 2 стены и 3 двери, и все будет хорошо. Так. Какие 3 двери? Там нет 4 дверей. Ты что несешь? Ты опять куда-то мне выходы делаешь? Не надо мне никакие новые выходы делать, я тебе говорю. Я не буду тебе ничего делать. Это я просто в рифму хотел сказать. Вот. Я тебе сейчас в рифму тоже кое-что скажу. Бабка, ты уже устала ждать? Я уже запарилась ждать. Но я же качественно делаю, свои алмазы отрабатываю. Так. Мы посмотрим сейчас на твое качество. Но мебель я ставить не буду. Качество только бла-бла-бла. Мебель, бабка, это ты сама берешь на себя. Мебель не надо ставить, ремонт заключается не в мебели вообще-то. Правильно, поэтому приступаем. А что, потолковый? Ты вообще не знаешь, что такое ремонт? Поэтому приступаем к потолкам. Потолки у нас будут поэтому светлые. Поэтому приступай уже к чему-нибудь хоть. Так, ну ты уже можешь, бабка, через 30 секунд подниматься. Хорошо, засекаю время, пошло. Давай. 15, 20, 29, да. 30. Бабка, у тебя, конечно, с секундомером, иди. А я иду? Иди. И сейчас иду? Иди. Так. Сейчас-то мы и посмотрим, кому по шее это треснуть. Красоту свою смотреть. Так, поднимаемся и удивляемся, да? Да. Так. Опа. Лёперный огурец. Смотри, какая красота. Почему потолок вообще-то с полом одинакового цвета? Вообще-то это разные цвета, бабка. Как разные? Смотри, видишь, оттенок-то разный, а? Потому что это стиль. Серый и чуть-чуть серый. Ну, в принципе, да. Бабка, ты сказала лофт-стиль, я тебе сделал... Лофт, да. Ну, в принципе. Вот, пожалуйста. В принципе, ну? Годится. Ну, так я тебе говорю. Где дверь? А, дверь? Сейчас сделаем тебе... Под стилистику мне, пожалуйста. Сейчас под стилиста сделаю тебе дверь. Давай. Вот такая, наверное, подойдет. О, так, вот. Пожалуйста. Нет, прозрачную дверь не надо. Господи, ладно, сейчас сделаем. Он не любит красоваться, давай. Кто, бабка? Это ты узнаешь потом, я тебе сказала. Ой. Я тебе сказала прозрачную, не надо, что непонятного. А, так кто же знал, что там прозрачная, бабка? На тебе такую, хорошо, держи. О, это хорошо, это мне нравится. Серая, да. Ладно, свои, так сказать, половину алмазов ты отработал. Ну, что еще тебе ремонт делать? Пошли. Раз ты такой умный. Куда, вниз идти? А, наверх? Пойдем. Я думаю, я сейчас в твоей комнате ремонт как наляпаю. В моей комнате не надо ничего делать. Вот так. Тебе поле, так сказать, здесь для какой размышлений. Стиль? Здесь нужен стиль розовый. В смысле розовый стиль? Розовый, я тебе сказал, розовый стиль. Если ты не знаком с розовым стилем, значит, познакомься. Почитай, бабка, в интернете. Розовый стиль. Но это дополнительная плата тогда. Дополнительная плата 100 алмазов. Если не нравится, иди, я найму другого. Все. Все, мне все нравится. До свидания. Если сейчас ты мне не сделаешь, через 2 минуты я приду. 2 минуты. Ну, побольше. Время пошло. Хорошо, бабка, я согласен. Так, розовый будем делать... Стиль. Ну, бабка, только не нужно не совсем розовый. Ну, я же не буду розовым делать, правильно? Ты глухой? А как розовый по-английски? Pink! Чё, не знаешь, что ли, бестолковый? Бабка, так я в школе английский-то не учил. А какой ты учил французский? Ну-ка скажи на французском. Do you speak English? Так, ты сказал, что английский не учил, что ты учишь. А, это английский? А, тогда учил. Тогда как бы, да, бестолково, я же тебе говорю, во всех смыслах. Все, работа начата, готовьте денежки, так сказать. Так. Готовь розовый стиль. Да, все, уже готово, почти скоро. Осталось 1,5 минуты. Нет, бабка, надо мне побольше времени. А что это? Для понимания происходящего. Что, плохой, да, из тебя строитель-то? Из меня лучший, бабка, лучшего ты у нас в округе не найдешь. Я же так мало беру. Я бы поспорила. Назови, кто лучше строит. Да есть тут один строитель, кто? Так сказать. Кто, Василий Иванович? Он не умеет Василий строить. Иванович. Он стили эти не знает. Нет. Как-то не знает, он все знает, он умный. Он только последний с колечниками занимается, ага. Он профессор. Так. Профессиональный. Ясно, все с тобой. Так. Чего со мной ясно? Бабка, только тебе одно задание надо будет. Тебе что надо будет придумать. Что тебе захотелось? Че? Красные икры. Можно. Так. Чего можно-то? Я тебе не собираюсь ее давать. А, как? А я думаю, ты меня угостишь за хорошую работу. Сейчас. Баб, короче, в эту комнату нужен будет новый вход, потому что старый по стилю не подходит сюда. Че это? Как это не подходит? Где я его убрал. Новый вход возьму? Так, новый вход, нужен новый вход. Где я тебе новый вход возьму? У меня нет лишних входов. Значит, надо делать секретный вход.
Так, вот так. Вот и делай, делай. Ну, в общем-то, пол почти готов. Давай. Мне уже подниматься? Ну, почти, бабка, почти. Я сейчас а тебе уже подниматься? Ну, я тебе сейчас накидаю, а ты потом посмотришь, так? О, яйца ой, вкусные какие тут лежат. Сколько им интересно лет? Так. Яйца, не надо яйца трогать. Они же протухли, наверное. Да не, вроде вкусненькие. Так. Так. Оп. Оп. Интересно, что? Конечно, тут оттенок, бабка, розового цвета, если честно. Ну, мне надо розовый стиль. Ну, он будет тебе розовым стиль. Тут будет такой розовый стиль, что всем розовым стилем стиль. Да? Да. Значит, так. 100 алмазов лишний получишь. И одну икринку. А можно две, пожалуйста? Ну, можно две, ладно. Две, спасибо, бабка. Ты очень добрая. Так. Я знаю, я сегодня очень добрая. Бабка, ты можешь уже идти смотреть, в принципе, потому что стиль, всё, в общем-то, понятен. Так. Только через новый вход, пожалуйста. Никаких новых входов. Ну, как тебе? Слушай, ну нормально, особенно пол, мне вообще нравится. Ну, вообще а видишь пол. Потолок какой? А это что такое? Так тут написано пинг. Понимаешь? Где написано пинг? Ну, если в поиске написать пинг, то она будет пина. Там нету пинга, где ты видишь пинг? А там написано пиная, но это почти как пинг. Ты что, совсем? Мне не нужен такой потолок, я тебе говорю. Ну ладно, переделаю, но 100 алмазов тебе. Розовый стиль. Так, это зеленый вообще, ты что, совсем? Но это пинг. Это блю-грин, блю, голубо-зеленый, алло. А? Ну, бабка, ладно, в общем, короче. Короче так, если ты не закончишь эту комнату, я еще пошла. Если ты не закончишь эту комнату, 100 алмазов твои не взять, и 2 икринки тоже не получишь. Ой, ладно, хорошо, ребята, в общем, вот так вот я устроился на работу к бабке Грине. Ну, в принципе, платит-то она нормально, будем ее дом потихонечку так переделывать. Может быть, есть у кого-то догадки, ребята, зачем бабке именно вот такой вот цвет домов, зачем бабке вообще вот именно все вот так вот. Ребята, потому что у меня, если честно, понимания нету. Вы сейчас обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ребята, а также обязательно подписывайтесь на мой реальный канал. Ссылочка в описании. Всем удачи, всем пока-пока, ребята.